Доброе утро, дорогие зрители! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Ну вот, наконец-таки я добралась до моря. Сегодня с утра пошла на завтрак, выпила чашечку кофе и съела одну булочку и взяла яблок с собой на пляж. Ну, с чего начать? То, что я, наверное, вам рассказывала, что я очень-очень боюсь ехать одна, то это как раз не так уже и страшно. Все это нормально, в номере неплохо. Конечно, было бы с кем пообщаться, лучше бы это намного было бы интересней. Вот. Но есть телевизор с российскими каналами, если вечером уже не уснуть. И начну с того, что мне не нравится. Вы знаете, в Кемере мне нравилось больше. Вот сегодня я первый день пришла на пляж. Лежаки очень далеко от моря. Песок. Ноги все в песке. Я этого не очень так вот люблю, когда набивается песок в ноги, между пальчиков. И лежак, вот можно, видите, линия такая вот, самое ближнее место, можно поставить лежак. Вот. А я люблю лежать у моря, где два шага, и я в море уже. Вот. Поэтому вот попробовала я, конечно, в Аланию съездить, посмотрела новые места. Но если в следующий раз, если мне удастся, и как это будет, не знаю, получится ли у меня, то обязательно я поеду в Кемер. Там мне больше нравятся пляжи. Пляж там небольшой, не такой широкий. Так, попробую себя показать. Я, конечно, не очень презентабельно выгляжу. Вот такая вот я клуша в беретике. Вот. И там как-то вот два шага сделал, и ты уже в море. Ну, а как я тут одна, совсем так. Видите, вокруг меня никого. Лежаки занимают с самого утра. Не знаю, наверное, скорее всего, что они заняты с вечера. Потому что, когда я пришла, то смотрю, что почти на всех лежаках уже лежат полотенца. Люди, наверное, это все повставляли вчера. Не может быть, что они уже сегодня с утра. Потому что, когда я ходила завтракать, то еще никого там не было. Я пришла к самому открытию, чтобы прийти сюда, посмотреть, как тут и что тут. Потому что вот вчера я на море не пошла, потянулась на рынок, который бывает один раз в неделю. Ну, а так скажу, что одной не страшно. Не страшно, неплохо, но вдвоем все-таки было бы лучше. Ну вот, буду лежать, загорать.